сегодня мне особенно приятно выполнить столь почетную миссию, как вручение паспортов. Так как свой главный документ вы получите накануне очень большого государственного праздника Дня России. В этой дате кроется глубокий смысл. Она напоминает нам о том, что какими бы разными ни были поколения и народы нашей большой страны, но на протяжении всей истории Россия была сильна и едина в одном – в искренней любви своих граждан к родине и преданному служению ей. В самые трудные моменты наш народ становился одной стеной и защищал свою землю. Он выходил победителем из сложнейших испытаний. Даже тогда, когда другие были просто бессильны. Своим трудом и талантом жители России прославили ее как государство с великой культурой и передовой наукой, успешной экономикой и развитой социальной сферой. Что касается правительства Тверской области, мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы вы росли настоящими патриотами России и могли найти применение своим силам, талантам и знаниям именно на родной земле. Я желаю каждому из вас сегодняшнего дня, получив документ, паспорт гражданина Российской Федерации, взять за правило постоянно подтверждать звание гражданина Российской Федерации достойными поступками, добрыми делами и хорошей учебой. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня для вас волнительный, но несомненно торжественный день. Сегодня вы получаете свой первый паспорт. Документ, который удостоверяет вашу личность и принадлежность к гражданству Российской Федерации. Получение паспорта – важный момент в жизни каждого человека, потому что он означает вступление во взрослую жизнь со всеми ее правами и обязанностями, и ответственностью за свои поступки. Мы верим, что вы с честью будете нести звание гражданина нашей страны, хранить и приумножать славу нашей Родины. Хочется пожелать вам успехов в настоящее время в учебе, а в дальнейшем на том жизненном пути, который вы выберете. Больших вам свершений. Дежанине Елене Сергеевне.